Скизори, который только что музыкально влился в наш эфир, был создан 46 лет назад. Конечно же, коллектив постоянно обновляется, но бывших народников, как говорится, не бывает. Поэтому ветераны коллектива на одной из встреч решили, что неплохо бы взять себя в руки и снова постоять у станка. И собрали новый коллектив — Лигу ветеранов ансамбля. Представим всех: Сергей Аполлонов, Жанна Махалова, Виктория Хохлова, Юлиан Анушка, Наталья Щеголева, Александр Потылицын, Жанна Яцученко и Илья Пятов. Доброе утро, друзья! Доброе утро! Доброе утро! Очень приятно было понаблюдать. Очень задорно. Да, но хочется и немного пообщаться. Хочется спросить, многие ли из вас стояли или все стояли у истоков коллектива? Ну, не совсем истоки, но второй состав, грубо, третий. Но получается, удалось пообщаться с теми людьми, которые потом как-то передавали свои знания. Да. А как вообще пришло решение вдохнуть в коллектив новую жизнь? Ну, в принципе, если ночной хоккей играют люди, как говорится, нашего возраста, то мы решили, почему бы и нам тоже не потанцевать. Но это была какая-то такая коллективная идея. В принципе, у многих в головах она была. Или просто кто-то предложил, собрал и стал... Просто, видите, каждый юбилей, который у нас каждые 5 лет проходит, мы также собираемся, также готовимся, также выступали. Вот старички, которые тоже вот начнут с 26 числа тоже собираться, которые старше нашего поколения. Вот. И этот раз просто решили, почему бы не остаться и не танцевать дальше. Что для вас вот эти вот встречи, что вам дает это, ну, не знаю, увлечением, наверное, не назовешь даже? Это жизнь. Танцы — это жизнь. А в вашем случае вот танцы — это все-таки сложная хореографическая постановка или уже, ну, с поправкой на, может быть, возраст или стаж определенный? Да это как велосипед. Научился и дальше уже сам. То есть здесь, в принципе, ничего не забудешь? Нет. Кровь играет, музыка звучит, и все, и уже танцуешь в любое время, даже на работе. Не, но все равно в такого рода на танцевальных направлениях есть же, опять же, солисты, и они частенько выполняют довольно сложные и акробатические даже порой движения. У вас тоже есть таковые? Конечно, ну, тут практически все солисты, да, и трюкачи. И все разминаетесь. Долго приходится готовиться? Ну, и как часто встречаетесь вообще? Как часто репетиции проходят? Когда? Как часто репетируете? 2 раза в неделю. И по сколько часов? Чтобы быть в такой форме хорошей, как вы на сегодня станок тоже присутствует? Конечно. Обязательно. Это вот неотъемлемая часть, 50%. Больше? Сколько нужно времени посвящать станку, дабы танцевать? Такого рода направления. Ну, обычный станок 45 минут в час. Ты хоть раз занимался станком? У меня был в жизни станок, да. И я знаю, как это сложно. По-настоящему сложно. Ну, вообще, народные танцы — это достаточно широкое направление. Что вам больше всего нравится в этом? Все, наверное. Ой, ну поймите, у нас ведь, видите, не танцы народов мира, исключительно вот именно русско-народные танцы. То есть это танцы нашего региона непосредственно. Вот у истоков Геннадий Михайлович как бы вот он начал зарождаться именно вот таким образом, что это самое вот самородное, самобытное, то, что вот, да, то, что в маленьких наших уголочках края вот он находил. То есть именно вот такого плана танца мы продолжаем. Расскажите, а что за диплом у вас в руках? Да-да-да, я хотела немного как бы похвастаться от лица всего нашего коллектива. Нам, понимаете, удалось пока еще достаточно мало, но вот покажу медаль. Тем не менее, да. Да, это мы участвовали в конкурсе «7 ступеней», и в своей номинации вот мы были награждены за участие. А далее у нас последовало признание в рамках гражданского форума. Да, проект «Люди делают». Ребята, я думаю, покажут. И мы были приглашены там и тоже награждены, что были замечены. О, это очень замечательно. Это очень приятно, то есть... Есть куда стремиться. Скажите, а вот тот танец, который наши телезрители, мы смогли увидеть, что о нем можно сказать? Колокольчики вот. Вы знаете, цвет. Тунгусские шаркунцы – это фольклорный лирический танец жителей Нижней Тунгуски Красноярского края. Шаркунцы – это маленькие колокольчики, при помощи которых юноши и девушки признавались друг другу в любви. Это как бы одно из направлений народных танцев? Да, конечно. А много таковых вот в вашем коллективе? Вообще они все разные. Все разные, все народные и все вот в уголочках. Сколько вот в вашем репертуаре действительно таких постановок? Ну, то есть там, разных, допустим, и гопак. На, да, концерт хватит? Такие... Ну, вообще у нас сибирские в основном народные танцы. Гопака, конечно, нет. Цыганские. Но цыганские есть. Угу. Танец сибирских цыган, шикарный танец. Сибирских цыган. Танец
Танец сибирских цыган. И да. С медведем? Нет, без медведя. Нет, пока еще не завели. Пока у нас танцевали мы в свое время очень много, всевозможные различные танцы. Но сейчас мы восстанавливаем понемногу, потому что мы недавно собрались, да, по крупицам собираем. А есть что-то, что новое, например? Катриль. Постановка сейчас идет, да. То есть что-то придумаете. А как это коллективно происходит или есть какой-то балетмейстер основной? Мы приглашаем, у нас есть приглашенные балетмейстеры. Ну что же, удачи вам в ваших начинаниях. Безусловно, будем следить за вашей творческой карьерой. Ансамбль танца «Енисейские узоры» был у нас в гостях. Большое спасибо, что пришли к нам. И отдельное спасибо за великолепный танец. Спасибо. Спасибо большое.